Сегодня завершены работы по очистке протока на больничных прудах. Из-за того, что труба не чистилась много лет, изменился уровень воды. Разница составляла более 1,5 метров. Это грозило подтоплением как корпусов городской больницы, так и ближайших зданий, в том числе 12-й школы. После того, как эту проблему подняли местные журналисты, на состояние больничных прудов обратили внимание. И несмотря на то, что проточная труба никому не принадлежит, ее прочистили. Эту процедуру необходимо проводить хотя бы раз в год. И мы надеемся, что в ближайшее время у трубы найдется хозяин, который будет следить за ее состоянием.